Минобороны России опубликовала документ о подвиге крымского татарина в первые дни Великой Отечественной войны. Рассекреченные документы с описанием подвига уроженца Ялты младшего сержанта Саида Усейнова опубликованы на официальном сайте. В документе пишется, командир Усейнов остался у орудия один. Остальной расчет не мог работать, не давала истребительная авиация противника. В одиночку Усейнов вывел из строя в бою три немецких танка. Подразделение Усейнова входило в состав 55-й стрелковой дивизии 4-й армии Киевского особого военного округа, которая одной из первых приняла на себя удар войск гитлеровской Германии. За свой подвиг крымчанин был награжден орденом Красного Знамени.